Всем привет! Это обучалка на X-вылет. Ты готов выучить этот элемент? Тогда поехали! Итак, хочу сразу сказать, что этот элемент очень переоценен. Многие ставят этот элемент наряду с передним висом и горизонтом. На самом деле, он даже и не заслужит быть свое место среди средних. Нет, этот элемент легкий. И всякие лютые дрючуганы хотят его выше, которые не потягиваются и 5 раз. Ну, а самое печальное, то, что есть чили, которые держат горизонт на одной руке, выход на две изи делают, но все равно ставят X-вылет средний класс. Это не так. Единственное нужное, которое есть из-под водячек для элемента X-вылет, неожиданно, пойдем двумя. Объясняю. Здесь присутствует нужная нам задержка впереди раскачки и как раз нужный выстрел. То есть не совсем то, но похоже. И как раз вы будете уже подготовлены к тому, чтобы быстро пронести ноги под турником. Итак, как избавиться от страха? Мы разобрали, то бишь надо сделать просто подъем двумя. Все. Удариться головой вы вряд ли сможете, если сами специально ее не будете поднимать. Этого при X-вылете делать не надо. Итак, техники выполнения этого элемента. Первое, что вам нужно знать, это то, что самое главное, это прийти в нужную точку, в нужное время, с нужной инерцией. Для этого делается много различных нюансов. Там То есть, сейчас разберем. Тот способ, которым пользуюсь я. То есть, вы раскачиваетесь не сильно. На махе вперед подносите корпус, точнее не подносите, а поднимаете. Потом ждете, пока ваши плечи уйдут назад, как в обучалке Жени Ефимова. Вы всегда проносите ноги под турником и стреляете вверх. Да, именно вверх. Подтягивая себя руками. Как понять, как нужно именно подтягивать себя руками? Все просто. А как на иголочке? Просто так же подтягивайте и все. Все. Итак, на самом деле я умею элемент, но не делал уже давно. Сейчас будем восстанавливать при вас с той же техникой. Фух. А даже восстанавливать не пришлось, я просто попытался и сделал. Вот реально, главное не бойтесь. Надо попытками отрабатывать привычку именно того, что когда делается выстрел. Один лайфхак от меня. Не учите этот элемент на корявых, то есть на шершавых турниках. Мозоли в 2 раза быстрее будут сдираться. И вот, будет у вас такая одна ошибка. Вроде почти хватаетесь, или даже хватаетесь, и вас срывает. Блин, вспомнил шутку Баратова в этом элементе. И да, как от этого избавиться? Первое. Вы делаете неправильно первую фазу. То есть, надо держаться еще дольше впереди. Еще побольше. И также, возможно, вы стреляете в неправильном направлении. Старайтесь немного назад стрелять. В принципе, надо четко, не просто чуть-чуть четко вверх, а немного наклонисто. Ну, при самом выстреле будет казаться, как будто вы вверх стреляете. Все. Thank you.
Спасибо за просмотр. Если тебе видео оказалось полезным, то поставь лайк и подпишись. Пока!